Итак, друзья, сразу же хочу сказать о минусе данного миксера. И прикол в том, что каждая терка, вот раньше в старом, достаешь, да, и вот так уже можешь пользоваться, да. А здесь вот этот нож состоит как бы из трех частей. Вот эта толстая снаружи часть, вот эта вот палочка внутри, она отсоединяется. И сам вот этот нож, он вот... Он, видите, он так гуляет, он снимается тоже. То есть из трех деталей, друзья, я просто... Вот раньше всегда была одна деталь, да, то есть вставили и забыли там, и мыть надо. То есть, а как мыть? То есть разбирать все по частям и мыть, это просто издевательство. Единственный плюс это то, что хоть можно... Это то, что хоть можно, значит, вот так снять, да, и потом опять одеть, вот. И то поначалу мне казалось, что это будет тоже проблематично. Теперь, что касается, значит, единственный плюс это вот полностью в сборе миксер. Миксер поставил, прикрутил, все, снял, помыл. Вот это только здесь хорошо. Вон там уже вода, воду я заметил. Надо будет в миксере слить. Там воду заметил только что. Короче, друзья, все то же самое. Вот та внутренняя палочка вставляется вот сюда, вот раз деталь, два деталь и еще палка, три детали. Блин, это тоже так, знаете, не очень. И так совсем. Та тоже, вот миксер тоже состоит, только уже из двух деталей, да, хоть и миксер хорошо. Это палка, которая внутри вот там стоит, и вот эта штука, раз, надевается на нее. Вот. Здесь тоже просто меняется вот там вот нож. Ну, короче, друзья, я не знаю, кто проецировал вот это, у кого была такая гениальная идея, да, все усложнить, но они это смогли. Да, как так сделать из ножа? Вот я, кстати, порезался, потому что ножик феноменально острый, даже не просто острый, просто феноменально. Так что, друзья, вот и вот такие вот минусы, так что думайте сами, решайте сами. Может, где-то, если такого не будет, я бы рекомендовал вам покупки, где бы такого нету. Где все, нож один в сборке.